Несмотря на то, что Бутовской поликлинике менее 3 лет, она уже была отмечена престижной областной премией. Главный секрет успеха – дружный и сплоченный коллектив. В 2018 году амбулатория заняла первое место как лучшая поликлиника в регионе. Заведующая учреждением Елена Зинатулина утверждает, все дело в квалифицированных сотрудниках и хорошей технической базе. Поликлиника оснащена современнейшим оборудованием, устроенным и благоустроенным в соответствии со стандартами, со всеми теми требованиями, которые должны быть при оснащении поликлиники. Памятные медали вручил глава Ленинского района Валерий Венцель. Он тепло поблагодарил сотрудников поликлиники. В преддверии вот такого праздничного события мы всегда во вторую субботу отмечаем сентября, день города и день района. Городу 54 года, району 90 лет. Мы сейчас достаточно часто встречаемся в коллективах для того, чтобы лишний раз поблагодарить вас за вашу работу, лишний раз сказать вам большое спасибо. Награду получила Галина Иргашева. Она 6 лет работает медсестрой в бутовских школах и детских садах. В Ленинский район Галина Николаевна приехала из Владимирской области по воле случая. Мне подружка принесла объявление, говорит, в московский садик требуется медсестра. Ну, в общем, я оставила своих детей и поехала работать, начала с 26-го садика в Лукоморье. Медали медалями, а рабочий день никто не отменял. После церемонии награждения сотрудники вернулись к обычному режиму, чтобы здоровье каждого обратившегося в поликлинику человека как можно дольше было в порядке. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.